Военно-патриотический центр «Застава» существует уже 25 лет. Выезжать на поисковые работы для них – традиция. Каждый апрель команда центра, его воспитанники и наставники выезжает на вахту, где проводят работу по поднятию и захоронению останков советских воинов. В этом году участие в вахте планирует принять около 30 человек. В планах у нас выезд в Новгородскую область, Демянский район. Там по боевым донесениям 42-41 годов немецкие части вермахта были окружены и взяты в котел нашими войсками. В поисковой работе не обойтись без подготовки. Воспитанники изучают историю Великой Отечественной войны и навыки технической подготовки. На выезде их делят на группы. Команда, идущие на раскопки, и наряд, который остается следить за лагерем. Мы приехали, организовали лагерь. Потом уже через несколько дней начали собирать экспедиции. Уходили всем лагерем обычно. На вахте воспитанники знакомятся с историей места не только через поднятие останков, но и через общение с местными жителями. Ты действительно можешь понять, каково это было твоим дедушкам, бабушкам защищать страну. Александра Столярова, Сергей Ларин, «Видное ТВ».